средней школе номер 46 поселка Черноморский открыли мемориальную доску в честь погибшего при исполнении воинского долга на Украине гвардии капитана Александра Коломыцева. На торжественную линейку пришли учащиеся, педагоги, родственники, друзья, сослуживцы и одноклассники Александра. Когда-то он учился в этой школе. Закончив юрфак Кубанского госуниверситета, был призван на срочную службу, а после решил остаться в рядах вооруженных сил. Во время службы по контракту бывал в разных горячих точках, дважды в Сирии. С первых дней СВО на Украине руководил подразделением воздушной разведки. За проявленную отвагу и мужество Александр Коломыцев награжден орденом мужества посмертно. Военный комиссар Абинского и Северского районов Валерий Черкашин вручил награду жене Елене. Будет память о вашем муже, память будет и детям, вашим дочке, вашей. И хочу выразить огромную благодарность родителям Валентине Николаевне, Александру Николаевичу, за то, что они воспитали такого сына. Воспитали настоящего патриота, который отдал жизнь за то, чтобы мы с вами, наши дети, жили без войны. Спасибо вам огромное. Приведите низкий поклон. И вам. Совсем недавно Елена родила дочь. Малышке чуть больше года, и она, наверное, единственная в семье, кто еще не сознает боли утраты. Подрастет и узнает, что папа был героем, настоящим мужчиной и патриотом своей страны. Гордятся сыном и безутешные родители. Мы гордимся своим сыном. Он никогда не прятался ни за какие спины, а всегда шел вперед и защищал слабых. И всегда стоял только вот на доброте. Вот ему, вечная ему слава, нашему сыну. Таким Александра запомнит не только семья. Для учащихся школы и подрастающего поколения он станет примером отваги, доблести и чести.